Добрый день. Я рад приветствовать вас в нашей обучающей студии торгового дома «Игомания». Сегодня мы поговорим о революционных уходах, без которого не может обходиться ни один работающий мастер в салоне. Революционные уходы «Кернокс» торгового дома «Игомания». Явно у вас возник вопрос, почему «Кернокс» – революция на рынке уходов. Все мы с вами мечтаем об идеальном уходе. Чтобы он не утяжелял волос, увеличивал его плотность, не перегружал, не имел в себе силиконов, парабенов. Также мы хотим максимально быстро и комфортно отработать со своим клиентом. Кернокс учел все пожелания мастера. Кернокс – единственная система, которая работает в кортексе волоса. Кортекс волоса – это собственный белок волоса, то есть его составляющая. Первый продукт, который способен работать в кортексе изнутри. Что это? Основным поставщиком аминокислот является масло. Аминокислота – это единственный природный реконструктор белковой массы. Кортекс занимает 78% в структуре волоса. Поэтому, чтобы восстановить волос и напитать его, надо работать собственным кератином волоса. На рынке сейчас много фирм, которые предлагают уходы. Но при содержании гидролизированного кератина происходит перегруз волоса. Эффект вымывается быстрее, так как молекулярная масса всех активных компонентов не способна проникнуть до кортекса и хранится в корковом слое. Кернокс – единственная система, работающая в кортексе волоса. Работая с системой Кернокс, вы охватываете 100% своих клиентов. Кернокс состоит из 5 линий, 7 процедур. 5 простых ступеней к успеху. Каждая линия ухода состоит из 4 шагов. Среднее время затраты на уход – 40-45 минут без учета укладки. Мы предлагаем вам эргономичные процедуры с моментальным и пролонгированным эффектом от 10 до 14 дней. Задача ухода в Кернокс – это работа с кератиновым слоем волоса, восстановление водного баланса, увеличение липидного слоя и усиление пигментарного слоя. Рудиментарно каждая линия Кернокс работает с определенной проблемой. Далее я вам расскажу, какая линия, для чего и как. Но стоит не забывать, что это прежде всего уход восстановления волоса. Но они же у вас нарощенные. Извините, мы помочь вам ничем не можем. Это мы говорили раньше. На данный момент, да, нет ни одной системы, которая может работать с нарощенными волосами. Неважно, каким образом они нарощены, какая капсула в креплении. На данный момент все уходы, представленные на рынке, разрушают крепление нарощенных волос. И что мы можем предложить клиенту с нарощенными волосами? С его отработать, да, мы можем придать блеск, глянцевание, плотную структуру. Но нарощенный волос, он является уже мертвой системой и не поддается ни одному на данный момент уходу. Но это было раньше. Кернокс – революция. Сегодня мы вам представим систему Страйт, которая работает как с химически выпрямленными волосами, так и нарощенными. У вас перед глазами потенциальный клиент. Да, я не спорю, что их всего лишь 10% в наших салонах, но они есть. И они готовы платить за красоту своих волос. Как вы видите, нарощенному волосу 3 года. За эти 3 года он уже поизносился. И чтобы я вам не говорил наперед, какой будет эффект, вы увидите все сами. Система Страйт – это единственная система, которая работает с нарощенными и химическими выпрямленными волосами. Конечно, мы не говорим уже о реконструкции нарощенных волос изнутри. Мы их плотно забиваем активными компонентами, что придает плотность, убирает пушистость, дает податливость к термоукладке и сравнивает его с натуральными волосами. Система Страйт совместима с 5 видами наращивания. Капсульная, ринговая, холодный, горячий метод и ленточная. Сегодня у нас модель с ленточным наращиванием. Клиент ходит с нарощенными волосами 3 года. Волосы не поддаются термической укладке. Они непослушны и отличаются от своих. Линия стыка нарощенных волос видна очень хорошо. Сегодня я вам продемонстрирую, как с процедурой Страйт за 40 минут вы можете восстановить, придать объем, гладкость, плотность волосам и термическую укладку. Давайте с вами еще раз продиагностируем. Мы четко видим зону нарощенных волос. Эти волосы уже выглядят безжизненно. И издалека мы сразу видим, что девушка идет с нарощенными волосами. После сегодняшней процедуры я бы хотел очень услышать ваши отзывы. Места крепления здесь микроленточное наращивание на натуральном кератине. Вы, конечно, вы все в курсе, что
С таким методом наращивания никаких жирных кремов, масел и любых других продуктов наносить нельзя. Систему Страйт можно. Как мы видим, места крепления микроленточного наращивания. Как я уже сказал, на натуральном кератине. С таким видом наращивания нам нельзя наносить крема, маски и любые другие уходы. Сегодня я вам продемонстрирую, как линия Страйт сработает с нарощенными волосами и местами крепления. Наши все уходы можно наносить на кожу головы и полотно волоса. Сегодня вы это увидите наглядно. Как я уже говорил, что любая линия Кернак состоит из 4 шагов. Первый шаг – это шампунь. Задача этого продукта – растворить все продукты жизнедеятельности волоса. Также очистить волос от силиконов, парабенов. Сделать его стерильным и готовым к внедрению активных компонентов. Шампунь основан на 3 видах кислот – ацетилсалициловых и аскорбиновых. Его силы хватает полностью сделать волос стерильным и приоткрыть кутикулярный слой на 45 градусов. Продукт наносим в среднем 10 грамм на среднюю длину. Здесь мы будем использовать 15 грамм. Продукт мы вспениваем до обильного пенообразования в течение 3-5 минут. В некоторых случаях, если клиент использует агрессивный стайлинг, мы можем использовать шампунь дважды. Но ни в коем случае, мои дорогие коллеги, не используйте его трижды, потому что все-таки это активный продукт. На такую длину волоса мы расходуем 15 грамм первого шага. Шампунь является бессульфатным продуктом. Его пенообразование происходит за счет реакции кислот. Пена создается очень обильная. Самое главное в этой линейке Страйт – произвести обработку именно нарощенных волос. Но если вы обрабатываете химически выпрямленные волосы, то, конечно, их. Шампунь дозируется по 2,5 мл, то есть вам надо 5-6 нажатий. После истечения времени 5 минут мы ощущаем, что структура волоса стала чистой и хрустящей, как чистая тарелка. После этого можно смывать продукт. После того, как мы смыли первый шаг, отжимаем волосы полотенцем, чтобы не было остаточной влаги. И приступаем к шагу 2. Как вы знаете, что на сегодняшний день нет ни одного активного компонента, который способен сразу открыть кутикулярный слой под 90 градусов. Поэтому мы этот шаг разделили на 2 этапа. Второй шаг – это активирующий спрей. Его задача – дооткрыть кутикулярный слой еще под 45 градусов, итого мы получим 90 градусов, расширить липидный слой и расширить кератиновую массу волоса. Каждый спрей индивидуален и расширяет кератиновый слой под внедрение активных компонентов шага 3. Поэтому у каждой линии Кернокс свой собственный спрей. Менять, заменять, смешивать их нельзя. После того, как вы подсушили структуру волоса полотенцем и на нем нет остаточной влаги, распылите равномерно спрей на всю структуру волоса. Спрей имеет немного рисковатый запах. Вас это не должно пугать. Он основан на никотиновой кислоте. Поэтому это, можно сказать, профилактика в медикаментозных целях. После того, как вы нанесли спрей на структуру волоса, мы не трогаем, не расчесываем, не перекладываем структуру волоса. Время воздействия спрея – 10 минут. Мы проводим тест на открытие кутикулярного слоя. То есть мы берем прядь волоса и пытаемся ее подвинуть вверх. Если это не происходит, значит кутикула открыта под 90 градусов, и мы можем смывать шаг 2. Шаг 3 состоит из 2 компонентов. Первое – это сама маска. Этот продукт содержит в себе 2 вида масел – термоактивные и денатурированные. Термоактивные масла создают здоровый блеск на волосах. Денатурированные мы разлагаем до комплекса аминокислот. На данный момент то, что вы видите, это полностью инертный продукт. Если вы даже его нанесете на структуру волоса, вы даже не получите увлажнение. Чтобы активировать этот продукт, у нас есть проаминококтейль. Задача проаминококтейля при смешивании 2 компонентов – мы получаем полный комплект аминокислот, который может работать с кортексом волоса. Состав на готовый коктейль идет 50 грамм маски и 1 сашет коктейля.
Почему сашет? Потому что, как это активные компоненты, они дозированы. 2,5 грамма хватает на 50 грамм, чтобы получить полный аминокомплекс. На данный момент у нас модель с густыми длинными волосами. Поэтому здесь мы берем двойную дозировку. То есть, как вы понимаете, дозировки неделимые. Значит, мы берем 100 грамм продукта. Обязательно, дорогие коллеги, используем весы. Ничего не делаем на глаз, как у каждого ухода есть свои нормативные технические характеристики, чтобы вы получили отличный результат. Как вы видите, сейчас на данный момент продукт пористый. Взяли ровно 100 грамм. Взяли 2 сашетика. Сашет жидкий, не пытайтесь его высыпать. Хорошо выдавливаете. В сашете заложено 3 грамма, поэтому если что-то осталось на стенках, это не страшно. Раз сашетик. 2 сашетика. Вот вы видите до смешивания. Маска имеет рыхлую консистенцию. И сейчас мы посмотрим, что произойдет после того, как мы их перемешаем. При перемешивании продукт становится глянцевым и эластичным, консистенции сметаны. Вот здесь у вас полный комплекс аминокислот, экстрактов и вытяжек. Как мы понимаем, что кутикулярный слой открыт сейчас под 90 градусов, нарощенных волос где-то примерно 45 градусов, но это хватит для проникновения активных компонентов. Не расчесываем полотно волосов до нанесения препарата, потому что вы можете его травмировать и обломать. То есть берем обычным зажимом с нижней затылочной зоны, отделяем большими проборами. Ну, проборы на ваше усмотрение, какие вам удобны. Наносим на кожу головы. То есть место крепления капсул, конечно, тоже попадает. Полотно волоса. Концы. Ни в коем случае не экономьте продукт касательно при работе с нарощенными волосами. Здесь задача максимально внедрить в них активные компоненты. От этого зависит ваш эффект. Если вы задумались о стоимости процедуры, наши процедуры совершенно по комфортной себестоимости. Ну и как вы знаете, что любой уход для нарощенных волос – это не дешевое удовольствие. Поэтому девушка, которая нарастила себе на волосы, она понимает, что ей надо заложить в бюджет определенную долю для ухода за этими волосами. Правильно? После нанесения маски даем время выдержки 15 минут. Вот и прошло 15 минут, и мы смываем полностью продукт с волос обильным количеством воды. Не должно оставаться продукта ни на коже головы, ни на структуре волоса. Приблизительно 40-50 литров воды. Переходим к четвертому шагу. Каждая из процедур Kerner Knox завершается 2 спреями на выбор. Один финиш-спрей у нас является спреем для гладкости, второй спрей для объема. То есть, как мы понимаем, что после органической процедуры мы не можем использовать продукты стайлинга, высокие температуры – это утюг или плойка, поэтому мы также не можем отпустить клиента без укладки. Поэтому, если ваш клиент хочет объема, то мы берем финиширующий спрей объем. Если нам нужна гладкость, то мы берем финиширующий спрей для гладкости. В данном случае мы будем брать финиширующий спрей для гладкости. Задача финиш-спрея – закрыть плотно кутикулярный слой, выровнять структуру волоса, активировать термомасла и придать волосу термозащиту до 200 градусов. Но еще раз вам говорю, что мы не используем высокие температуры в течение 12 часов и не моем голову, а также продукты стайлинга. Спрей наносится также обильно на структуру волоса. Спрей также имеет летучую формулу, но хороший, приятный запах. После того, как мы нанесли обильно спрей на волосы, мы не трогаем структуру волоса в течение 2 минут, после чего расчесываем и приступаем к укладке.
После того, как мы расчесали волос, приступаем к укладке. Вот мы и завершили процесс укладки. Результат превзошел все ожидания. Мы видим, волос поддался термической укладке. Плотность волоса что натурального, что нарощенного, плотная, целостная. Линия стыка нарощенных волос не видна.